Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Сегодня я вам хочу предложить великолепный, вкусный салат из обычной капусты, который просится на праздничный стол. До такой степени он вкусный. Вот что мне для него понадобится. Чтобы этот салат смотрелся красиво и эффектно, мне понадобится два вида капусты. Также он будет отлично сочетаться с соленым огурцом, с консервированным горошком, с домашним майонезом, свежая морковка и, конечно же, с колбаской. Покупайте колбасу, которую больше всего вы любите. И, конечно, немного соли и черного перца добавлю. Вот и все, и вкусный салатик готов. Нашинкуйте капусту удобным для вас способом. В данный момент я буду пользоваться обычным ножиком. Таким же образом я крошу и фиолетовую капусту. Капуста здесь основной ингредиент. Желательно, когда вы будете выбирать капусту, выбирайте, чтобы она была у вас сочная. Нашинкованную капусту отправляю в удобную посуду. Свежую сочную морковку предлагаю натереть на терке для морковки по-корейски. А соленый огурец нарежу брусочками. Колбасу нарежу также брусочками. Вы можете использовать любую колбасу, даже подойдет сухая. Капусте отправляю все нарезанные ингредиенты. Также добавлю консервированный горошек, майонез. И не забудьте салат посолить и поперчить. Пять минут и великолепнейший салат готов. Целая миска вкуснейшего, сочного, сытного салата за 5 минут готова. Давайте я попробую и расскажу, какой он вкусный получился. Салат получился сочный, вкусный и хрустящим. Самое главное, вы когда нашинкуете капусту, не переминайте ее с солью. Тогда она в салате у вас получится сочная и хрустящая. Салат чем-то похож на салат Днестр, но даже намного нежнее и вкуснее. А самое главное, так быстро готовится. Обязательно приготовьте и приятного вам аппетита. И не забудьте написать комментарий, какой получился вкусный салатик. Конечно, такой салат очень вкусно подавать с отварным картофелем, либо с каким-то гарниром.